song Superheroes. Stand on ground, we don't give in. Yeah! С нами группа Нутеки, полуфиналисты проекта Еврофест. Расскажите нам о песне, которую вы исполняете. Мы будем петь песню Superheroes или Супергерои. Мы исполним часть песни на английском и часть песни на русском. И это песня о том, что каждый может быть супергероем. Почему вот именно такое? Часть на английском, часть на русском? Мы просто хотели спеть все на английском, потом немножко подумали, что люди, которые будут голосовать за нас, они многие вообще не все знают английский, скорее всего, большинство из них не знают английский. Поэтому мы сделали такой ход конем, сделали все-все. Почему вы считаете, что именно вы достойны представить Беларусь на Евровидении Баку? Просто мы лучше. Потому что мы лучше. Самый адекватный, я считаю, проект для Европы всех. Вот вы на европейских форумах, сайтах сейчас считаетесь фаворитами отбора. Здесь фаворит, к этому относитесь? Мы относимся к этому адекватно, потому что на европейских форумах мы являемся фаворитами. Но есть другие форумы, СНГ-шные форумы, там мы пока не фавориты. Но нам, для нас мало что это значит, потому что мы те, кто мы есть, и все. Скажем, сегодня вы выходите в финал Еврофеста. Ваши дальнейшие шаги? Мы будем готовиться точно так же, как мы готовились к полуфиналу. Будем готовиться к финалу. И заходим представить еще более интересный шоу. И используя те технические возможности, которые предоставят нам. Но мы многое увидели, многое поняли в процессе подготовки к полуфиналу. Но уже многое не успели изменить. Поэтому к финалу у нас будет гораздо больше времени. Вы планируете оставить ту же самую песню на финал? Если... Я не уверен, что ее можно менять. Если ее можно менять, да, в том-то и дело. Тогда, может быть, скорее всего, мы что-то новое представим. Угу.
Отлично. Представьтесь, пожалуйста, нам тогда уж все, раз вы здесь. Группа Мутеки. По одному? Мутеки. Меня зовут Саша, я гитарист. Я Андрей, барабанщик. Меня зовут Миша, я вокалист. Меня зовут Кирилл, я второй вокалист. Меня зовут Моти, я бас-гитарист. Отлично, отлично, Мутеки. Special for Eurofest. А как в Европе? Eurovision или Eurofest? Да? Eurovision в Европе. Okay. Special for Eurovision. We are in Turkey. Hi. Окей, ребята, спасибо и надеюсь увидимся в январе, в конце января на финале проекта. Спасибо.